Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. Так, ну что, у нас приличное количество монет. Я думаю, нам хватит сегодня купить двух персонажей именно для третьего этажа. А дальше придется копить на четвертый. Ну что же, поехали, давай смотреть, кто это у нас. Остался у нас с вами Иван. Он у нас с огнеметом. Ну-ка, дай-ка я почитаю. Работа в порту сделала его очень сильным. Он вдохновляет окружающих одним своим видом, когда сжигает врагов тяжелым огнеметом. Иван использует огнемет, чтобы поджигать врагов возле баррикады. Так, подожди, он, значит, возле баррикады будет стоять? Ну-ка, давай-ка мы его купим. Где он у нас стоит? Ага, вот он где. Ёлки-палки, слушай, ну это же круто. На самом деле это очень замечательно. Так, и у нас что тут такое? Так, сила в количестве. Угу. Так, подожди, еще что-то у нас тут есть. Так, командное нападение. Приобретаем. Так, но это еще не все. У нас с тобой остается Дорис. Кто такой Дорис? Раньше он служил на военном посту, где обучился использованию взрывчатки. Он, что там... Он всегда носит с собой фотографии своей семьи, не теряя надежды увидеть их снова. В бою он использует гранаты, наносящие взрывной урон. Ух ты. Ну что, приобретаем его? И где же он стоит? Он, друзья мои, здесь вот, наверху. Бросает. Ничего себе там граната. Но очень долго он что-то, ребята, ее бросает, если честно. Так, у нас с тобой еще достаточно количество денег, чтобы нам прокачать. Сегодня будем пытаться прожить до 90 дня. Так, что нам улучшить? Ну, я думаю, что, наверное, прокачать нужно нашего главного персонажа, да? Джеймс. А ну-ка. Отлично. Почти 11 миллионов атаки у нас. За выстрел. Это, я тебе скажу, офигенный урон. Так, что у нас тут заморгало? Один в поле воин. Повысить уровень Джеймса до 100. Повысили. Так, слушай, нам, наверное, надо... Сколько у нас? Ну, еще хватает приличное, да, количество денег. Лучшим... Ух, здесь не получится, ребята. Получится только лишь, наверное, Шона. Вот так вот. Ну, и можем здесь еще прокачать. Все, друзья мои. А, Геральт. Ну, давай Геральда прокачаем еще. Прикинь, да? Копил-копил финансы и все так быстро слил. Ну что, я думаю, нам, наверное, с тобой пора вызывать босса. Так, подожди, давай-ка мы вот этих вот олухов зачистим. И вызываем босса. Кто там у нас? Как всегда, медсестра. Ну, я тебе скажу, что мы с ней очень-очень быстро справляемся. Но это, опять же, 80-й день. Разорвали ее в хламину просто-напросто. Ну. Вы победили огромного зомби и получили добычу. Спасибо большое. 81-й день у нас с тобой. Новенькие зомби какие-нибудь будут, нет? Давай помогать расстреливать. Так, а чтобы нам с тобой построить следующий этаж, это сколько нужно? Ёпрасоте. Обалдеть, суммы. А, это уже, это только лишь третий этаж будет, да, получается? Постройка дополнительного этажа. Вам понадобится больше этажей, чтобы нанять больше бойцов. Это мы с тобой построим только этаж, а бойцы у нас там какие открываются? Раз, два, три, четыре, пять. Пять новых бойцов будет, да? То есть это Джейк, Рэй. Это я тут буду даже. Сьюзи, Томми и Доминик. Окей. Ну, ты сам понимаешь, да? Какая там кругленькая сумма нужна. А пока мы с тобой должны дожить до 90 дня. Ну, попытаться, по крайней мере. Кстати, надо будет, наверное, улучшить там вот эту штуку. Электрическую, да? Или баррикаду. Может, кстати, баррикаду даже прокачать. Вот так вот. И ремонт. Госпиталь тогда. И генератор. Все, ребята,
все деньги слил. Ну, теперь, как говорится, не грех и побомбить. Давай расстреливаем. Что-то у нас тут... Ага, вот он. Нет, это волна, ребята. Это пока у нас тут волна с тобой. Слушай, да они ничего не успевают сделать. Вызываем босса, смотрим, что за босс. Вау-вау-вау-вау-вау. Жиробас. Слушай, да он ватный. Ты посмотри, как мы его быстро расчехляем. Фи! Это разве босс? Это сосунок на самом деле. Надо было, конечно, его валить под бонусом, если честно. Так, 82-й день. 82-й день, я, знаешь, что думаю? Может быть, нам с тобой отправить кого-нибудь на поиски, а? Давай вот этих вот троих, четверых, мы отправим на поиски. Пускай ищут нам что-нибудь прекрасное, хорошее, нужное. А я пока здесь сам справлюсь. Что мы тут можем? Я, кстати, могу, знаете, что сделать, ребят? Джеймса на автоматическую стрельбу поставить. Вот так вот, пускай строчит. А я буду здесь просто развлекаться. Да, вот этого, конечно, прокачать было бы неплохо. Сколько он, кстати, стоит по прокачке? Да, суммы, конечно, тут сногсшибательные. Если честно, да? Да я машину вызову. Пускай она их там всех давит. Ну что, где у нас там босс? Где у нас... так, показывает таймер босса. Давай вот мы с тобой посмотрим таймер. Короче, нам нужно с тобой 125 убийств сделать, чтобы вышел босс. Они просто ничего не успевают сделать. Ну правильно, у меня Джеймс мой наяривает там на автострельбе. Сейчас, кстати, придет уже босс. Ну, где зомби-то? Выходим, выходим, не стесняемся. Так, мина, мина у меня стоит. Все тут под бафами. Так, вызываем босса сразу же. Кто там у нас? Угу. В платьишке, да, вышло. Ты посмотри, как мы их распетрушиваем. Я, видимо, маленько перекачался. Но лучше так, чем не докачаться, согласись. Просто в мясо зомбариху. Ну, ждем следующих. Где? Мы победили. Соответственно, 83-й день у нас с тобой наступает. Вон они идут. Аглоедушки. 83-й день, а нам нужно с тобой прожить. А нам нужно с тобой прожить 200 дней. Даже еще 100 дней не проживаем, ребят. Ну да ничего. Слушай, может быть, нам бабку с тобой приобрести, а? Которая собирать будет эти алмазы. Где она? Сколько она вообще стоит? 20. Давай. Пускай собирает деньги. Потому что чем быстрее мы с тобой прокачаемся, да, тем быстрее мы с тобой перейдем на следующий, естественно, день. А там будут сильнее зомби, там будет больше денег. А нам нужно с тобой, ты видел, да, для того, чтобы построить следующий этаж, просто какие-то заоблачные суммы. Ну, собираем это все. Сколько там? Подожди, а что, он только на один раз, что ли, действует? Этот таймер босса. Да, ну, если бы я знал, я бы даже не тратился бы. О, зомби-волна. Давай, смотри, бежит, бежит. Не могут пробиться, просто не могут. Всех распетрушиваем с тобой. Окей. Так, ну что же. Чувствую, сейчас уже скоро пойдет он. А я пока, наверное, маленечко кого-нибудь прокачаю. Так, может быть, вот этого качнуть? Что такое у нас тут опять? Давай-ка посмотрим. Так, зомби-босс уже готовится. Повысить уровень Роберта до 10. Вызываем. Кто тут у нас? Опять этот жиробас? Ну, опять же, смотри, как мы его распетрушиваем. По датчику. Видишь? Абсолютно никаких проблем. Ну, отдупляйся ты уже. Все, в хламину его. Зашибись. 84-й день. Остается нам еще 6 деньков с тобой прожить до нашей, так сказать, цели. Цель 90-й день. Так, у нас ремонт, госпиталь. А генератор, он что нам делает? Необходим для построек. Количество производимой энергии определяет уровень генератора.
Ага, все, я понял. То есть прокачка генератора идет вот здесь, вот внизу, да? Уровень. Ну, госпиталь нам позволяет быстрее, так сказать, возвращать павших бойцов в строй. Это всем уже давно известно. Обожаю, когда вот выходят зомби-волны. На них очень хорошо зарабатывать. Бабусик. Просто, видишь, как происходит? Все, всех в хлам, в мясо. Сигнальная ракета, давай. Вот жалко, что мину я могу только одну здесь выставить. В первой части, по-моему, можно было их три штуки выставлять. Но... ну что же вы так медленно, а? Опять волна, вот это уже хорошо. Так, а что у нас, ребята, если мы прокачки повысить уровень Роберта до 20? Уровень Кима. А где у нас Ким? Ага, вот он. Он имеет третий уровень. Так, босса вызываем. Опять это в платьишке идет, да? Да, их нужно прокачать как минимум до 10-го, ребята, уровня. Всех вот этих вот. И этих нужно тоже. Все, в мясо. Забираем финансы. Давай, 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 следующего зомби. 85, в общем, ребят, половину от того, что мы хотели, прожили с вами. И получаем. Борьба за выживание. Так, победите обычных зомби. Выполнено. Джеймс должен совершить 10 тысяч критических попаданий. Полностью выполнено. Максималка это у нас. Окей, а что у нас тут? Дух соревнования. Победите двух боссов. Победили. Так, соберите 12 преград. А, 12 наград из банка. А как это понять? Из банка. Так, боссов победили. Достигните 90 дня. Мы, если сегодня достигаем 90 дня, у нас еще и анчивка будет выполнена. Ух, как я обожаю, ребята, вот это раскромсалово. Так, дальше читаем. Найдите добычу 34 раза. Это найдем. Так, используйте военный грузовик 80 раз. Будем потихоньку его использовать. Так, вылечите 20 бойцов. Повысите общую атаку до 71 миллиона. Офигеть. Повысите уровень Тома до 30. Том, это кто у нас такой? Давай-ка посмотрим. Так, Том. Я вижу тот. Шо, подожди, а где же Том? А, вот, его, да? Выполнил до 30 уровня, ребят, поднял. Так, Синди. До 30 Синди, это кто? Это, по-моему, та же самая девчуля, которая пошла в поход. Вот она. До 30, да? Так я могу и этого тогда до 30. Ну-ка. Верно? Да, мы с тобой забираем. Также идет тут всех до 40 уровня прокачать. О, Джек. Джек имеет 35 уровень. До 40 нужно всего лишь 5 уровней. Джек, вот он. Ага. Тут не все так просто. Тут уже надо потратиться. Он 35 уровня. Я лучше, наверное, Виолет прокачаю. Вот так вот. Слушай, ну у Джека нехилый урон. Один лямчик, считай. Ха-ха. А ну-ка. Забираем гемы. Так, зомби, давай вызываем его. Кто тут? Опять жарбас этот идет. Давай под усилением, ребята. Бомбим его под усилением. Так, Джеймсу осталось 2 минуты стрелять на автобое. Ну, есть. В хламину его разорвало. Ну, а мы с тобой передвигаемся на 86-й денек. Интересно, на 90-м денечке будет другой босс или все тот же самый? Надо вот этого прокачать нам. С бумерангом, он довольно прикольный. Ну, вот с огнеметом тоже, я думаю, неплохой, да? Когда к баррикаде подходят, наверное, так наяривает. Ну что, мама, не горюй. Так, а мы с тобой еще пока посмотрим, знаешь что? Где у нас там? Журнал.
А, у нас же еще вот это прокачать. Ёлки-палки, я совсем забыл, что это-то мы тоже с тобой можем прокачать. Так, светошумовая граната. Ну-ка давай ее прокачаем, я не знаю, до 100-го может быть хватит нам? Нет, до 100-го уровня не хватит. Так, шоковая мина, вот. Электричество. Отлично, и грузовичок. Ну, неплохо так. Главное, чтобы бабусик очень хорошо летит. Резвенько, да, так скажем. Соответственно, у нас от прокачки скиллов становится все намного лучше. И вот эти вот электрические, если мы с тобой прокачаем хорошо. Если будет серьезный босс, можно будет поставить вот это, ребята. Да? С дробаша будем бомбить. Слушай, я, наверное, продлю. Есть такая возможность, поэтому почему бы не продлить? 10 минут. Ух, да мне этого за глаза, ребята, хватит, чтобы я перешел на 90-й день. Так, что у нас тут? Уже все, что ли? Нашла? 227 миллионов. Нифига на суммы там находит уже. Давай дальше ищи. Так, что у нас тут? Босс вызываем. Кто там босс? Ворчиха, понял. Дают шанс получить алмазы, награду за экспедицию. Вот этого я почему-то, ребята, не получал еще. Как и золото, алмазы все еще ценные. Кажется, многие выжившие хранят надежду на лучшее будущее. Ни разу не выпадало, ты видишь, да? Все, что хочешь. Подожди, 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 что это такое? Что-то ничего себе, босс дошел аж практически до сюда. Так, ты тоже у нас пришла. Так, добычу мы за босса, ребята, получили с вами. 87-й день. Так, дай-ка я отправлю. Пускай идет. Ну, вот сюда, вот на парковку. У нас еще, видишь, с тобой здесь не все карты открыты. То есть не все местности, где можно собирать лут. Алмазы, конечно, вообще ни одного. Вот здесь, смотри, 834 патроны для дробовика. А, ну это у меня купленные, все, я понял. Каждое улучшение сократит время экспедиции на 22 секунды. Повышает атаку дальнобойных бойцов на 46%. Прикинь, на соточку, да? Это вообще будет круто. Так, нажмите на иконку батареи, это понятно. Используется для экспедиции обнаружения опасных зон. Так, и здесь у нас сенсор. Повышает шанс получить груз с припасами на 35,5%. И скорость ремонта баррикады 78%. Нехило. Повышает урон военного грузовика по боссам на 21%. Увеличивает дальность атак Джейка. Тут офигеть, ребята. Самоуничтожение доступно на 20-й день. Сбросьте игру и начните с первого дня. Вот это зачем? Объясни мне. Зачем я должен сбрасывать? Я ненормальный, что ли, какой-нибудь? Сбрасывать игру и начинать все с самого начала. Конечно, губешки раскатали. Так, ну что, друзья мои, нам остается всего лишь 3 денечка с вами прожить, повоевать. А потом следующая серия будет до 100 уровня. Как бы, грубо говоря, пол игры будет у нас с тобой пройдено. А вот и босс, где он там? Опять этот жиробас. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Вы будете бомбить босса-то мне? Смотри, уже тяжелехонько идем. Но все равно разбираем. Давай-давай-давай его током бомбить. Огнеметчик, ты готов? Не подпускаем гаденыша. Давай-давай-давай-давай, родные мои, что-то есть в мясо. Так, боец вернулся из экспедиции. О, 76 лямчиков принес. И тут у нас с тобой 88-й день. Продолжаем нашу эпопею, ребята. Осталось всего лишь 2 дня. Всего лишь 2 дня нам повоевать. Кстати, я тебе скажу, что у нас сейчас в данный момент это день. Это не ночь, это именно дневной режим. Вот раньше, я тебе говорю, оставлял вот эту, вот так вот игру, да, например, уходил там по своим делам. Она где-то через 20 минут закрывалась с критической ошибкой. Сейчас, слава богу, это
надеюсь, исправили. По крайней мере, сколько у меня она, наверное, часов 6 стояла. Ничего не вылетало, как бы все нормуль. То есть я вот так вот могу оставить игру или свернуть ее, да, и заняться своими делами. И будет потихоньку у нас с вами деньжата копиться. А денег нам, ты сам видел, нужно просто немереное количество. Это у нас B, там нужно T. То есть я не знаю, сколько там, что это за суммы такие, но вот будем копить с вами для следующего этажа. Так этаж-то ладно, мы с тобой приобретем. А сколько сами бойцы-то стоят? Блин, не посмотреть даже. Но я думаю, там тоже суммы заоблачные будут. Так, ну что, где у нас там босс-то? Я жду, мне нужно до 90-го дня. Потом еще две игры сегодня, ребята, попробуем успеть сыграть. Это Zombie Forest и... Так, груз прилетел. И магические напитки 2. Давай, 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 жги их. Сколько у нас там времени-то? Времени у нас 11 часов дня. Надо баньки ложиться, потому что в ночь на работу сегодня. Так, ну-ка. А вот и босс. И кто на этот раз? Опять это в платьишке, да? Розово-волосая. Давай, давай, родные мои. Сколько мы там урона наносим? Там по 10 лямов, я смотрю, да? По 30 даже проскакивает. 26. Давай, давай, давай. Не подойдешь, гадюка, к нашей баррикаде. Огнеметчик. Давай, давай, жги ее. Классно. Потрошки аж на нашу базу залетели. Вот так вот. Окей. 80... А, это только лишь 89-й день. Ну да, в принципе, мы, если проходим, то это и будет 90-й день. А где у нас с тобой надписи-то эти? Как они там? Так, подожди, поддержка. Давай-ка я вот здесь вот тоже прокачаю, ребят. Сколько смогу. Все? Максималка, да? Окей. Миночку прокачали. Братство. Ну вот. Нормуль. Давай с тобой вот это вот активируем. Мне нравится. Так, вот здесь вот что ли у нас с тобой? Ага, журнал выжившего. Давай вот просто с тобой пока посмотрим. Что у нас тут? Слушай, а вот это был у нас журнал выжившего, день 31. Я нашел старый бумажник, на нем были следы крови. Прежний хозяин, наверное, попал в беду. Внутри было немного наличных и документы. По-моему, это мы читали. Так, у нас сейчас идет с тобой какой день там? Где-то, наверное, после 60-го, наверное, да? Так, 64-й день. Так, день 70-й. Иногда я становлюсь особенно чувствительным. В такие дни я чувствую себя очень плохо, но я не болен. Даже самый незаметный шум может меня разбудить. Вдалеке я слышу отдаленные стоны зомби, которые бездумно бродят по округе и задевают бутылки и жестяные банки. Когда я впервые повстречал Тайлера, мастер-охотник был вооружен множеством видов оружия. Он жил в лесу, подальше от людей и зомби, вот уже несколько месяцев. Опыт охотника помог ему приспособиться к такой жизни. Пожалуй, он сделал правильный выбор. Обыскивая старое поместье, я обнаружил тела семьи, которая приняла ужасное решение покончить с собой от отчаяния. Чего не боялись? Зомби... Чё там боится? Ага. Зомби или невозможность жить как раньше? С другой стороны, страх зомби помогал мне выживать все это время. Я не верующий человек, я обычно опаздывал на встречи на 20 минут и приходилось выдумывать оправдание. Я наконец-то победил свою непунктуальность, когда опоздал на корабль и потерял шанс увидеться со старым другом. Я слышал, что у каждого своя удача, это объясняет, почему моя жизнь так отличается. Некоторые люди никогда не отчаиваются, а другие добиваются успехов и радуются жизни. Но я считаю, что именно я удачлив. У меня есть мои друзья. В древности люди строили крепости, чтобы получить тактическое превосходство. Наш лагерь построен не очень удачно.
Поэтому мы тоже решили его укрепить. Уже глубокая ночь, но я не могу уснуть. Я закрыл глаза и постарался погрузиться в сон, надеясь забыть о неприятных мыслях. О том, как я утратил мирные дни и потерял друзей, которые превратили в этих ужасных существ. Так, это мы уже с тобой читали. Это читали мы все. Журнал экспедиции. Так, лес, это я все помню. Это метро. Так, и военную базу мы тоже с тобой искали. Так, это парковка. Получается, пока все, ребят. Так, с экспедицией вдвоем они пришли, да, у меня? И вдвоем мы их опять же отправим. Сюда и вот сюда. Пускай шоркаются. Ну, давай машину вызовем. Так, а что у меня генератор-то немножко хандрит? Что случилось? Пока не знаю. Ну что, где там босс-то? Не готов еще появиться? Олух ты несчастный. Причем на босса, да, светошумовая граната вообще не действует. Он просто проходит мимо. И все. Что-то приток остановился. 1.69, 1.71 Б. А вот и босс. И кто на этот раз? Опять, друзья мои, этот жирный. Жирный поезд пассажирный. Ну, мы его расчехлим сейчас. Я надеюсь, быстро. Что-то идет, идет, бац, назад отходит. Идет, идет, бац, назад отходит. Что с ним происходит? Я не знаю, ребят. Шаг вперед, два назад, что ли? Ты смотри, что происходит, а, ребята, уже... Блин, уже почти подошел к базе. Эй-э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 й. Эй, уйди, жирный, есть. Ну что, друзья мои, как я, в принципе, сегодня и хотел, дойти до 90-го дня. Мы с тобой выжили, и это классно. Забираем с тобой награду. О, победите 5 боссов и достигните 90-го дня. Отлично. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда на сегодня будем заканчивать. Следующая серия будет у нас выжить до соточки. Считай, до половины. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.